оценивал конкурсантов, но и вы, дорогие зрители, отдавали свои голоса за понравившихся вам участников. И я с большим удовольствием объявляю имена тех, кто получил приз зрительских симпатий в первом конкурсном этапе. Итак, барабанная дробь. Категория «Непрофессионалы». Первый конкурсный этап. Приз зрительских симпатий получил Евгений Потутин. Категория «Профессионалы». Первый этап. Приз зрительских симпатий получил Александр Агаев. Александр, к сожалению, готовится у нас к следующему этапу, поэтому не сможет выйти на сцену. Но все равно мы подарим ему наши бурные и дружные аплодисменты. Итак, дорогие друзья, в паблике «Интересный котлас» в социальной сети ВКонтакте проходило также народное голосование по итогам первого тура конкурса «Универсальный артист». В категории «Непрофессионалы» по итогам голосования больше всех голосов набрала Екатерина Шлоцкая в категории «Непрофессионалы». Ну а в категории «Профессионалы» больше всего голосов подписчики «Интересного котласа» отдали за выступление, вы его уже слышали, да поднадоел он уже, Александра Аганина. Аплодисменты! Он также получит приз «Ботов». Привет, пожалуйста! Поздравляю! Стой, не уходи! Победители в первом этапе, победители по голосованию получают призы от руководителя интернет-агентства по продвижению в соцсетях «Нима ТВ» и создателя паблика ВКонтакте «Интересный котлас» Натальи Невзоровой. Ей давайте тоже поаплодируем. Дорогие друзья, конечно же, и после сегодняшнего тура снова будет проводиться голосование. И мы призываем всех вас, дорогие зрители, отдать свой голос за любимого артиста. Как в паблике «Интересный котлас», так и написав его имя на билете. Итак, дорогие друзья, в нашем проекте есть люди, которые помогают нашим участникам, учат их вокальному мастерству и поддерживают в трудные и волнительные моменты перед выходом на сцену. Это люди, без которых этот проект не состоялся бы. Конечно же, это наши наставники. Им сейчас бурные и дружные аплодисменты. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель вокала высшей категории школы искусств «Гамма», руководитель студии эстрадного вокала «Звездная страна» Светлана Степанова. Концертмейстер школы искусств «Гамма», солистка Котласского дворца культуры и группы «Коктейль», лауреат и победитель многочисленных
Ну что ж, дорогие друзья, наставники представлены, и мы не можем начать конкурс без того, что я представлю еще одну команду. Команду, без которой не состоялся бы также этот конкурсный этап. Это, конечно же, команда нашего многоуважаемого и профессионального жюри. Ведущая солистка Котласского дворца культуры, дипломант 3-го всероссийского конкурса вокалистов в городе Тверь, золотой голос города Котласа, не побоюсь этого слова, Светлана Юрикова! Обладательница гран-при международных конкурсов, золотой голос Санкт-Петербурга, участница телепроекта «Голос на Первом канале», директор и педагог высшей категории школы эстрадного искусства Дарья Шульгина! Человек, который знает о сцене все. Директор Котласского драматического театра Мирослав Вега! Человек, который знает о внешности все. Стилист, имиджмейкер, город Котласа. Руководитель школы имиджа и стиля. Лариса Голубая. Ваши аплодисменты. Ну и сегодняшний председатель жюри. Наш большой друг, с которым у нас много совместных проектов. Человек, который знает о рок-музыке практически все. А если он этого не знает, то я ему это подскажу. Николай Пушников! Директор рок-клуба «Дива», директор рок-клуба «Чудо-Юра». Итак, дорогие зрители, информация для вас. Сегодня жюри нужно будет оценить 25 участников в категориях непрофессионалы и профессионалы. Оценки будут ставиться по пятибалльной системе по четырем критериям. Вокальное мастерство, соответствие выбранного репертуара заданной теме, артистизм и образ. Каждый участник максимально может набрать 100 баллов. Информация для вас, уважаемые члены жюри. После каждого выступления вы должны коротенечко высказаться и выставить свои оценки, которые мы выведем непосредственно на экран. Не забывайте, что и вы, дорогие зрители, можете снова оценить наших участников. Для этого, выйдя из зала после конкурсного этапа, напишите фамилии понравившихся вам участников в обеих категориях на своих входных билетах и опустите их в вазу для голосования. Помните, что именно ваш голос может решить, кто из участников получит приз зрительских симпатий во втором конкурсном этапе. Итак, мы начинаем второй конкурсный этап проекта «Универсальный артист». Номинация «Конкурс».